К сожалению, статистика такова, что очень часто люди умирают на глазах у других. Речь идет о ДТП, пожарах, приступах, вызванных различными заболеваниями и так далее. Однако многих можно было бы спасти, если бы им была своевременно оказана первая медицинская помощь. Но далеко не все знают, как и что нужно делать в таких чрезвычайных ситуациях. Именно поэтому сотрудники Даугавпилсского отделения Латвийского Красного Креста проводят соревнования среди школьников по оказанию первой медицинской помощи. Готовясь к этим состязаниям, молодежь изучает схему действий при каждой возможной ситуации, а затем наглядно демонстрирует свои знания. В этот раз, как обычный организатор, Марина Пучко продумала станции, на которых разыгрывались различные сценарии. Это кровотечение, это человек, который теряет сознание, это когда идет истерика, это какие-либо травмы. Но вот быстрая реакция и правильная реакция, чтобы не попасть самому в опасную ситуацию, вот этому мы и учим. По словам Марины Пучки, ей довольно часто приходится оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Совсем недавно была тоже автоавария, и невозможно было остаться в стороне, хоть я могла и уехать. И сама почувствовала, что я сама волнуюсь. И организовать людей очень непросто. Но как здорово, когда к тебе сами люди подходят и говорят: «Я обучен, я тоже могу вам помочь». В последние несколько лет в некоторых школах проходят факультативные занятия по оказанию первой медицинской помощи, которые могут посещать все желающие. И, как отмечают медики, с каждым годом ребят, приходящих на эти уроки, становится все больше. И теперь они готовы к тому, чтобы помогать другим. Скорее всего, мы равнодушными точно не останемся, и все, что сможем, все сделаем. Дарья и ее команда признались, что в этом году задания на соревнованиях были продуманы очень сложные. И за тем, как ребята справлялись с различными ситуациями, внимательно наблюдали судьи, в том числе и представитель Центра катастроф. Одна из самых больших проблем в первой помощи, неотложной помощи, не только в Латвии, во всем мире, это то, что люди боятся оказывать первую помощь и зачастую не подходят к этому пострадавшему. Поэтому то, что здесь собираются молодые ребята, те, которые учатся, те, которые могут и хотят оказывать первую помощь, это очень важно. В этот раз в соревнованиях приняли участие 11 команд, в том числе ребята из Витебска и Висагинеса. А победу, как и годом ранее, одержали ученики 12-й средней школы, которые набрали на станциях наибольшее количество баллов. И в этот раз, благодаря Даугавпилскому управлению образования, победители и добровольцы нашего отделения Латвийского Красного Креста отправятся в аквапарк.